Видео подготовлено сайтом онлайн.гдз.нет. Здравствуйте, решим задание 454. От базы до первого привала турист шел 3,1 часа. Знаешь, что средняя скорость туриста оказалась равной 4,1 км в час? Нужно определить, какое расстояние прошел турист. Нам нужно определить расстояние. Если известно время 3,1 часа и скорость 4,1 км в час. Чтобы найти расстояние, нужно время умножить на скорость. Решение. Нужно 3,1 умножить на 4,1. Умножаем два смешанных числа, переводим каждое в неправильную дробь. Для этого знаменатель умножаем на целую часть, прибавляем числитель, получаем новый числитель. Знаменатель оставляем без изменений. 5 умножить на 3 – 15, плюс 1 – 16, получаем 16 пятых. Умножить. 8 умножить на 4 будет 32, плюс 1 – 33, 33 восьмых. 16 умножаем на 33, числитель умножаем на числитель, чтобы умножить дроби, а 5 умножаем на 8. При этом 8 и 16 сокращаются. Здесь будет 1, а здесь 2. На 8 сократили. 2 умножить на 33 будет 66. В знаменателе остается только 5. 66 пятых дробь неправильная. Нужно выделить целую часть. 65 делится на 5. Будет 13. То есть получаем 13 целых. А 66 минус 65 будет 1, то есть еще 1 в остатке остается у нас. Поэтому еще 1 пятая остается. Это километров, расстояние, которое преодолел турист. Ну и можно записать ответ к этой задаче. 13,1 километра прошел турист. И выполнили задание 454, но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.